Друзья, всем привет! Продолжаем рассматривать интересные SEO-проекты. И сегодня у нас такой проект под названием Eagle Project. Сегодня в видео мы с вами рассмотрим, что это за проект, чем он так интересен и что он несет, скажем так, конечному потребителю, конечному пользователю. Вот. То есть, хочется начать с того, что вообще в настоящее время пользоваться криптовалютой проблематично и, можно сказать, даже невозможно. То есть, это очень трудно. Вот. И люди, в принципе, не могут оплатить какие-либо продукты, либо просто у них нет возможности оплатить какие-либо товары в супермаркете. Да? То есть, это еще, скажем так, не предусмотрено этой системой. Вот, и Eagle Project, он намерен решить эту проблему и, в принципе, способен поднять популярность криптовалюты именно на новый уровень. Вот. Разработчики этого проекта, они поставили перед собой задачу сделать криптовалюту более удобной, чтобы любой желающий мог воспользоваться ей, то есть именно в повседневной жизни, либо в быту, как ему будет это удобно. Eagle создает платежную систему нового поколения, позволяя людям удобно пользоваться криптовалютой в жизни, которая поддерживает все фиатные средства. Вот, то есть данный проект будет возможно пользоваться криптовалютой одновременно с фиатными средствами. Вот, и это будет на самом деле очень удобно. Вот. Вообще Eagle Project, он... Скажем так, почему он способен на это? То есть, во-первых, это поддержка нескольких типов цифровых активов. То есть, это будет криптовалюта, это будут фиатные средства. Возможно, в дальнейшем они добавят еще какие-то, но только за это уже хочется сказать проекту то, что они действительно огромные молодцы, и это будет очень даже удобно. Далее, это механизм консенсуса Iron DBFT. Это у нас есть на сайте, об этом можете почитать. Вот, квантовая устойчивость для предотвращения массивной атаки, то есть чтобы не было взломов данных систем. Вот, и несколько видов кошельков, а также децентрализованное приложение и платформа ICO. Вот, то есть все это у нас, скажем так, ведет к упрощению жизни и введению, скажем так, криптовалюты в наш обиход, в наше время, и чтобы была возможность пользоваться ей гораздо удобнее. Вот также на сайте есть интересная сравнительная характеристика, то есть, да, у нас есть проект Eagle, собственно, который мы рассматриваем, биткоин и эфириум. Вот, то есть мы можем смотреть по скорости передачи транзакций, да, как вперед выходит лидер проект Eagle. Вот. Также количество монет, которое выделено, разработано сейчас на проекты в сравнении с биткоином и эфириумом. Вот. И, собственно, алгоритм. Тот самый алгоритм, про который я вам рассказывал, Iron DBFT, он намного безопаснее, намного, скажем так, продуктивнее и интереснее, нежели вот эти проекты AirPow. Вот. Собственно, пару слов могу сказать о команде. Команда на самом деле сделала перспективный проект, который, в принципе, поможет людям пользоваться криптовалютой в свободном доступе и на бытовом уровне. Вот. И это будет развивать всю криптоэкономику в целом, что, в принципе, не может не радовать. Вот. Поэтому лично я как бы слежу за этим проектом, буду следить дальше и чего советую вам. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за дальнейшими разборами и всего доброго!